Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик интересного, возможно, для некоторых огника, для некоторых недоступного пока что, но мы тестируем разные сборки. И вчера попросили на стриме сделать вот такого вот со стойкостью древности 160% жизни. Огника максимальный, он у нас 30-й прорыв в снаряге плюс доспех. Единственное, что у нас здесь созвездие на уклонение. То есть такая вот сборка. Поехали посмотрим просто, что он может, сколько жизни. Я уже на стриме показывал. 4,7 миллиона, ребят. Это в сборочке, если мы сюда поставим вот так вот. Вот такая вот сборка. А давайте ради интереса. Сейчас его где-то куда-то выпустим. С рейда начнем. Посмотрим, как он. Ну, это 30-й прорыв. Так, чтобы вы понимали, посмотрите. По нем миссуют из-за уклона. Возможно, это тоже очень универсальная будет сборка. А миссы по нем из-за уклонения проходят. Дофигища у него уклонения. Пробовали с изворотливостью. Ну вот просто максимально. Вот посмотрите, его там фрей на 200 пробило. Но что такое 200к, если у героя реально под 5к? То есть у него шкала вообще не проседает. Плюс у него уклонение. То есть, ну, его убить очень сложно будет. Посмотрите, что он делает. Как по мне, реально тоже вполне интересная сборка. Но это опять же при условии, что он у меня прокачан на максималку. То есть он и дамага наносит, и дефа дофигища. Давайте какого-то топа найдем, чтобы было более интересно. Да что такое, все в онлайне не дадут напасть. Так, Фрэнки. Да, он дамажит там не особо много, но посмотрите. Вот сейчас по нем, кстати, неплохо и Фрэнки дамажит. Посмотрите на его жизнь. Это у нас еще ангел. Вот, его просадили на две клетки. Это максимум. Герои с 20-ми прорывами. То есть это не простые герои, там, чтобы не писали... Там слабенькие герои. Плюс 2,7 миллиона он себе отхилил. Просто жесть. Вот это да. Вот. Слили полностью. Смотрим, попробуем сейчас резнуть его. Смотрите внимательно на жизнь. 4,7. 4,760. То есть можно свободно сделать 5 миллионов. Но вот это уже вот против топа. 26-й прорыв, тоже Охник. Ворожей 25-й, Фрея. То есть герои нормально его атакуют, но он все равно выживает. И причем неплохо выживает. Ну не знаю, мне такая сборка понравилась. Плюс можно поставить изворот. Варианты разные есть. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но герой действительно получился неплохой. Так, можно убрать. Что сюда поставим? Можно поставить, попробовать вот такую вот сборку выживания. И поставим сюда. Поехали просто в рейде посмотрим, сможем ли мы кого-то затащить. Так, отлично. Только героя не резнули. Ну и сборка такая, ну интересно, но я бы, наверное, не ставил все-таки такой талант. Если тем более у вас огник один, это я себе могу здесь тестить, смотреть разные вариации. Вот опять 20-е прорывы у героев. Дамага, в принципе, у него хватает из-за прорыва. Посмотрим, сможет ли он
расчистить всю базу. Я думаю, сможет. Вот героем не убивает, но его тоже не убивают. Урон держит прекрасно. Фрейя 20-й прорыв, 12-й это. Неплохо. Вполне интересная сборка. Ну, в принципе, ожива, мне кажется, более универсальна. Давайте на топа нападем опять. Потестируем на любом топе. Вот отлично. Недомахание вижу. 25-й прорыв. Интересно. Ну вот за счет уклонения, мне кажется, вот из-за этого и тащит. Если убрать уклоны и поставить жизнь, мне кажется, он будет просто тупо шататься. Он и сейчас, в принципе, недомогание на одном герое. Но опять же, 50% он смог набрать. Посмотрите, сколько его дамажит. То есть 50% взял. В принципе, неплохо. Так, окей. То есть плюс-минус мы так разобрались. Возвращаем обратно. Делаем еще одну интересную вариацию. Ставим обратно. Ну, в принципе, он и так бафы снимает. Давайте попробуем от красного вот такую вот сборку. И поехали на PvP локации. Ну, на арене, я думаю, там смысла нам сейчас что-то тестить нет. Это у нас флешрон вчерашний. Давайте идем на забытую. Вот забытая мне очень интересно. Поставим сюда розу. А его надо было не менять. Ну тут понятно, тут без вариантов, мы по-любому всех сейчас ушатаем, всех пройдем. Так, нам бы, конечно, противников хотя бы посерьезнее найти. Вот такая вот сборка, доспех плюс панчбокс. Вблизи ближние герои просто будут убиваться очень быстро. Они ничего не сделают. Мне кажется, даже с 30-ми прорывами очень будет все печально. Плюс его зональный урон. Я не знаю, ближники реально будут просто отдыхать. Ну вот смотрим. Ну вот посмотрите. Посмотрите на урон от доспеха и от панчбокса. Плюс жизни немерено. Плюс уклонение, то есть это такое более универсальное. Нету смысла ему ставить питомца на отхил, он все равно не спасет. Единственное, там уменьшит урон. Это опять же. Так, опять попали не на того, на кого надо. Давайте попробуем, может тут
О, огник есть, отлично. Вот посмотрите, что делает он. Панчбокс из-за силы атаки просто вырубает их нафиг. Вот интересно, огник против огника. Посмотрите. Все. Ну, разница, конечно, в прорывах и впрочем, но все равно. Сейчас тут Махатма зарешает все. О, ничего себе, Махатмушка, ты что? Печалька, печалька. Махатма, давай тащи их. Посмотрите, что делают. Вот она пошла, все. Теперь пошла жара. Смотрите на... А, смотритель, вот смотритель просто жесть. Все, Махатма убила. Ой, говорю, Махатма убила. И Махатма убила, а Фрейя убила. Вот вам неждан от смотрителя. Просто смотритель ударил, и Фрейя добила. И что ты тут сделаешь? Ничего. Хоть у меня прокачки круче всего. Вот вам то же самое. В общем, что я могу вам сказать, ребят? Смотритель тащит. Если нет у вас нормального смотрителя против таких героев, вам реально жопа просто. Ты ничего не сделаешь. Какие там у тебя прокачки, не прокачки, смотритель будет тащить. Либо попадешь на какую-то печальку. Вот видите, у меня еще один нюанс. У меня здесь огник. Посмотрите, нифига себе, что они делают. У меня огник с борцом, с эмблемкой борца, и он может просто ушатать с плюшки. Ну, видите, не повезло немножко. Правда, раз в секунду он бьет, но он очень спасает против зеленых. В общем, не знаю, показал я вам тест, вы уже сами судите, пишите в комментах, что вы думаете. Но герой реально интересный, но его собрать тоже не просто так. То есть здесь уклонений 6, все максимальные. Из-за этого, возможно, он и тащит. Будет что-то другое, не факт, что он будет уклоняться. Хотя мы тестировали, ставили ему сюда изворот. И я вам скажу, тоже неплохо было по снаряге. Так, сейчас не так. Посмотрите на статы уклонения. Плюс можно еще поставить. Вот давайте ради интереса просто вам покажу. Вот раз, два. Вот такая вот сборка. Поехали. Чтобы вы просто понимали, сколько у него уклонения. Сейчас попробуем даже на топа опять напасть. Вы видите, как по нему будут мисать. Вот смотрите, Афина бьет. Посмотрите, сколько миса. Прея там остальные. Да, они бьют. Но мисы. Мис, 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 мис. То есть такого варианта тоже есть право на жизнь. Сейчас, может, убьют. Посмотрим, сколько жизни в такой сборке. Ну, 2,6, то есть где-то 3 миллиона будет. 3-3,5. Ну, он себе нормально себя чувствует. Уклонение дофига. Попасть по нем сложно. То есть он может 3 минуты простоять. Без проблем. А может и нет, смотрите, начинает подсливать. Если будет недомогание, его сольют. И так, плюс 3 миллиона там железно есть.
Тут ворожай еще режет этот хил. Вот раз и хильнус. В общем, вот такая вот, ребят, сборка. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.